Всем привет! Мы представляем Федерацию карате Алтайского края. Скоро приедем в Омск на всероссийские соревнования в кубок приютившихся. В прошлом году наши спортсмены стали практически и призерами ФАТа и КУМИТЭ в различных возрастах. И в этом году мы постараемся повторить либо улучшить наши предыдущие результаты. Питание пойдут все зрители, поэтому подключайтесь к прямой трансляции в группе Министерства спорта Омской области 30 и 31 января. И следите за лучшими каратистами нашей страны.